Да, есть неплохие. Не задерживается. Это хрусталь? Нет. Нет, просто стекло. А может, подожди. Ну, я попробую сам. Даже смотрите, есть уже со сладостями лежит вазочки. Это тоже, наверное, не настоящий папье-маше какой-нибудь, да? Крендель. Но мне не нравится, как оно закручено, посмотри. Вот тут какой-то болт непонятный. Или это гайка, или что это. Ну, кнопка некрасивая. Тут даже сучку не нальешь, тут хлеба, да? Что-то положить. Кстати, тоже вот интересная зольница. Тут такие зажимы есть интересные, посмотрите. Тоже это все надо чистить. Она такая уже старенькая на вид. И уже окислилась. Просто большой такой тент, и на нем раскладывают посуду. И она вот так стоит. Люди подходят, смотрят. Все старое такое. Тут же можно и перекусить. Дешево и сердито колбаску поесть. Продажа кофейного магазина или кафе, потому что тут стоят уже такие настоящие автоматы кофейные. То есть это не домашние, а такие для ресторанов, столовых. И вот распродажа идет. Но опять же, рабочая или нет, я вам сказать не могу. Так, а это, по-моему, для приготовления мяса. Вот это. Жарить мясо, да? Что-то такое. Да, красивая картина. Деревня, мост, река. И рамка такая интересная. Единственное, что нужно, посмотрите, где-то висела у кого-то в доме и вот плесень. Или это грязь. Но если поменять рамку, то само полотно, холст, он еще такой в хорошем состоянии. Почистить и можно куда-то повесить. Это из разряда все валяется вместе, что нашел, то купил. Да, вижу. Подержи. Это наподобие, что мы раньше смотрели, буквально пару минут, как конфетница. Кстати, посмотрите, но это убитая конфетница, потому что металл уже, посмотри, почернел где-то местами. Цинковые. Это вот такие тарелки раньше в Германии делали. Модно было вешать на стены. Дешево и сердито, за 1 евро можно взять. А что тут взять можно? Тут ничего такого интересного даже нету. Все вот такое старое, побитое. Ну, рынок уже скоро закроется, и продавцы пытаются продать свой товар. Вот сейчас акция «Подходи, бери за 1 евро», и продавцы кричат на весь рынок. Ну и говорят, что берите за 1 евро, только не крадите.
Кто-то, по-моему, даже рыбу засушил. Телефон старый. Бочонки, смотрите, какие интересные. Тоже интересная такая тема, это вот такие фигурки интересные. А сова из дерева, а вот полицейский немецкий старый. Это из какого-то материала такого тяжелого сделано. И вот рядом тоже стоит человек, похоже на пожарника старого такого образца, у него форма. Красивый такой ящичек, на нем изображены рыцари, это в духе средневековья. А здесь рядом столик. Ух ты! Ну это видно, что люди сами делали. Красиво все. Ну это видно, что один набор. Но видно, что этот продавец торгует не всякой ерундой, а у него действительно очень старые вещи. Смотрите, все вещи, они из каких-то коллекции, потому что вот такие зеркала старые. Это вообще, смотрите, рапида, как вам? Тяжелая. Очень редкая старая фотография, на ней изображен немецкий полицейский. Посмотрите. Это, наверное, 19 век. Вот они раньше такие головные уборы носили. Жалко, не стоит год какой. Действительно попадаются такие интересные экземпляры, посмотреть историю. Это видно, что человек жил в Гамбурге. Такие старые фотографии, плюс много всего старых вещей. То есть, как раньше люди жили, вот можно судить по таким вещам. Такие аккуратненькие зеркала, разные украшения, какие-то вот рамки интересные. Мне нравится посмотреть, потрогать, ощутить, скажем так, дух старых времен. И, кстати, да, моя супруга мне подсказывает, что это раньше было качественно сделано, и посуда, и разные кухонные принадлежности. Да вообще, по сравнению, что сейчас все производит в Китае, раньше делали в Германии, и все делали очень качественно. Входим из рынка. Базара. Вот здесь можно посмотреть. Дубленочка висит. Но зимний сезон закончился, так что может быть, кто-то купит на следующий сезон. Вот, висят прямо на заборе. Куртки, дубленки, шубы были. Я видел несколько штук. Ну вот так сегодня мы погуляли по немецкой барахолке. Было интересно посмотреть, прошлись, кое-что купили. Так что смотрим новое видео, подписываемся. С вами был Андрей, всем пока.